Мерси. Так, ворота у нас открылись. Так, наверное, утонем. Да. Значит, потом надо будет спустить воду. Так что путь у нас один пока что. Заросшие руины. К востоку от врат. Так, три удара. Пойдем полечимся. Так, нас не хватает ни на что. В идеале все-таки урон прокачать по максимуму, а потом уже все остальное. Спасибо. Так, сколько за них дают? Не видно. Я все равно опять лечиться пойдем. Или уже не пойдем. Один дают. Очень мало. О, серьезно. Идите чаще. Раньше эта дорога вела на болото, но король лягушек перекрыл ее. Если бы у тебя было столько же сил, как у матушки, может, у тебя бы получилось сломать преграду. Так, здесь что-то интересное. Пока недостижимое. Так, 4 удара. Так, сейчас что-то будет. Тебя трогать вообще не надо. Да, походу, оно бесконечно. А, проломило нам путь. А, так можно всех убивать. Так, вот этот король лягуха. Сюда тогда открывай. Так, ясно. Так, пошли у нас зеленые ключи. Пройдем. Плюс 100. Так, а там, по-моему, нам надо 800, чтобы силу прокачать. Какое-то варево. Так, попробуем сначала отбить. Да, можно отбить. Хорошо. Так, сколько у нас их? 7, в принципе. Можно съесть.
снизу нам... А, можно спуститься. Только там ничего нету. Наверное, временная. Нет, не временно. К жителям чаще. Понятно. Только так. Куда-то укатилось. Так, это нам нужно разбить с той стороны. Идите чаще. Раньше мы исследовали подземелья, но чаще запечатала их. Король лягушек прыгнул на моего брата, и его внутренности превратились в наружности. Так, с тобой не будем пока говорить. Будь осторожнее, некоторые растения могут показаться тебе аппетитными, как и ты им. Здравствуй, пернатое создание. Я плохо слышу, говори, пожалуйста, громче. Барбара Барт. Привет, ты ведь искатель, как и я? Что привело тебя сюда? Тоже хочешь изучить музыку детей чаще? Как жаль, что старейшина чаще потеряла свой рог. Надеюсь, она скоро его найдет, и я услышу ее прекрасную музыку. Так, это у нас просто бить чаще. Матушка чаще. Я не встречала вам подобных в этих землях уже давно. Очень давно. Хотите повидаться со своими друзьями в подземных глубинах? Мне жаль, но чаще запечатала проход в подземелье много лун тому назад, чтобы защитить нас. Но я могла бы потолковать с ней. Возможно, мне удастся убедить ее открыть проход для вас. Дело в том, что мы общаемся с ней через песни. И, к сожалению, я потерял волшебный рог. Я оставил его в старом лагере, к северу отсюда. Нам пришлось срочно бежать под натиском приспешников короля лягушек. Если вы вернете рог, мы сможем вам помочь. Хорошо. Так, это у нас... Здесь мы не были. Кидаешься. Давай. Так, либо я промахнулся, либо не отбивается. Пробуем еще раз. Давай, промахнулся. Сначала место, что это походу правильно. Так, здесь куда-то вниз можно пройти. Закрыто, ясно. К жителям чаще. Так, тогда мы попробуем это как-нибудь открыть. Это, наверное, с другой стороны открывается. Да, он там стоит. Так, хорошо, тогда еще какое-то место было. Так, вот здесь наверху.
А, ну к северу было. Так, это кто? Здесь можно было куда-то на север уйти, наверх. Так, это с той стороны открывается. Так, попробуем тогда еще вправо пройти. Так, ну просто открыли ворота. Так далеко не будет стрелять. Не стреляет. Но до сюда, естественно, не дотянется. Где мы не попадем. Ладно. Путь пока что один. Быстрее, быстрее. Какая-то что у нас? Так, не успел, не успеваю их убивать. Так, открылся проход. Туда мы так не пройдем уже. До этого. Так, там лестница есть. По-моему, еще 25. По-моему, следующее улучшение стоило 800. Не больше. Так, наверх, наверх. Там дезориентирован. В центре, возможно, будет босс. К жителям чаще. Тут закрыто. На пенек нам не попасть. Что-то с этим крестами будет. Никакого босса нету. Так, это у нас сверху надо спускаться, ломать, а не можно сломать. Понятно зачем. Так, возможно, чтобы отсюда пульнуть. Так, либо мы не попадаем. По этой смысла нету.
куда-то дальше и дальше и дальше. Так, плохо, потому что опять все бежать. Ну да ладно, так попробуем тогда. Смотреть, что здесь. Ничего интересного. Ну, для этого проход у нас. Так, здесь наверх, наверх, влево. Так, закрылось. Бой. Далеко прыгать. Лестница спустилась. Так, это вообще, скорее всего, будет типа ветер, наверное, какой-нибудь. Так, здесь можно полечиться. Так, путь один. Интересное устройство. Не первый раз попадаются на глаза. Так, это тоже мы пока не можем. Какое-то заклинание у нас будет. У нас еще две способности должны быть. Так, поднять. Вы нашли рог. Матушка очень обрадуется. Ну и давайте битву. Надо успеть. Там что-нибудь запрятали? Соточку запрятали. Какая-то битва должна быть. Так, а сюда как нам попасть? Наверное, обойти надо. Но наверх уже никак. Но вода, мне кажется, сейчас опустится, и вот с этим что-то будет, с фонарями. С тобой. Как жаль, что старейшина чаще потерял свой рог. Понятно. Мой рог. Большое спасибо, пернатый друг. Как вы могли убедиться сами, наши земли полны опасностей, особенно с тех пор, как болотный король захватил престол. Ах, как я рада, что рог снова у меня. Как и было обещано, я обращусь к чаще, и, быть может, она услышит ваш зов.
знаю, где это было. Сердце чаще теперь открыто для вас, но заклинаю, будьте осторожны. Она не защитит вас от тех, кто поражен скверной. Ух ты, тебе удалось найти рог. Выходит, ты герой чаще. Герой. Хочешь, я спою песню о твоих приключениях? Послушать песню Барбары. Да? Отлично, тогда слушай. Только давай без авторских прав. Явился герой, и это был знак. Я думал, ты петь начнешь. С длинным клювом чудак, попавший в просак. Тощий на вид, но отнюдь не слабак. Герой рок волшебный сумел разыскать. Теперь пришло время жабьи булки намять. Ах, какая веселая песня. Спасибо тебе за прилив вдохновения. А нет, что. Теперь понять бы, куда нам идти. Где-то что-то открылось, но я не знаю где. Почему не умер? Так, где-то что-то открылось. Это такого места я не помню. Ну, туда куда-то. Нет, не то. Я, конечно, очень надеюсь, что это где-то здесь. Но похоже, что нет. Так, а где оно может быть? Нам пока не забрать. Вот эти я видел, да. Это не открылось. Пойдем куда-нибудь вниз. Так, а на это мы не можем упасть сверху? Нет, вот сюда можем попасть. Эти ворота. Да, вроде оно. Так, ну там мы все равно пойдем. Да, пойдем-то сюда. У нас находится сверху. Сверху наверх не пройдем. Так, возможно, надо это что-то сломать. Так, а там есть лестница. Так, а если мы оттуда пришли? Здесь нам тоже не спрыгнуть. Выше нам...
пока не забраться. Так, смотрим, тогда дальше ищем. Значит, тут с ключами связано. А, здесь ключ был. Так, ну все, мы уже вернулись в самое начало. Да, это мы вернулись в самое начало. Здесь, по-моему, ничего такого не было. Мы не сможем открыть. Это мы тоже пока не можем забрать. Так, вот это место. Я даже на него внимания не обращал. Так, ну, рядом с этим, с началом игры. Идем.